Так, продолжаем проходить Contour Force. Значит, вот, потеряв бонусом одну жизнь и потеряв на предыдущем уровне все его накопленные апгрейды, совершенно глупым образом, когда уже я услышал звук, что босс повержен, я расслабился и отжал все кнопки. И в этот момент меня накрыло его пулей из-за того, что я привстал из сидячего положения. Ну, абсолютно глупая ситуация, обидная, обидная. Так, чувачок, а я до тебя не достаю. А, вот, достал. Так, вообще в этой игре можно накапливать бонусы, вот эти рюкзачки, циклояжики, бесконечно, просто возвращаясь. Это она, опять же, сильно отличается от игр классической серии Contra, канонических, тем, что можно возвращаться на уже пройденные фрагменты уровней. Вот спокойно можно откатить поле назад. При этом возрождаются все, и монстры вон, но также возрождаются и объекты, и сундучки в них находящиеся, циклояжики. Также довольно атипична эта игра в том, что она позволяет проходить свои уровни, вернее, пропускать целые куски своих уровней, пропускать их мимо внимания. При том, что она является не какой-нибудь там РПГ или что-то такое, а вот именно боевиком. То есть вот смотрите, вот этот авианосец заканчивается вот по ширине, он вот таков, как вы видите сейчас слева. Таков, какой он слева. Так. Но при этом мы можем прям выпускать целыми кусками. Так, вот. А вот теперь Брунсом я переключусь, наверное, на Смита, да? Чтобы подкопить ему самонаводящиеся ракеты. Уж больно это важно. Вот. Вот здесь я мог пройти снизу, зайти вот в ту дверь. И тогда я бы разрушал он те машины эти снизу. А могу пойти сверху, тогда я пройду вот здесь. Вот здесь есть у нас диспетчерская, да, вот эта настройка на корабле. Можно ее обойти вот по правому краю. Вот так. Просто взять и обойти. Но, я вот не хочу этого сейчас делать. Я хочу пройти по левому краю, чтобы собрать максимальное число призов. И, в принципе, можно было пропустить вот этот край. И никогда не увидеть, что тут находится. Не то, чтобы он какой-то прям великий. Так, можно разрушать вот эти штуки. Уже не знаю, что это такое. Так, и вот тут у нас корабли. Ой, лодки. Вот на лодке мы в дальнейшем уплывем. Так. Уплывем на подводную лодку, а вот эти, можно тоже разрушать и тоже получать за это так, главное, что эти выстрелы не гробят нам здоровье. Так, вот он, искомый сундучок. Так, переходим на лодку. Лодка отвозит нас на подводную лодку. То есть, вот, опять же, смотрите, разнообразие в этой игре довольно-таки существенно. Опять же, вот, как меняется динамично ландшафт, так сказать. Так, подводная лодка, это, в общем-то, почти халява, если проходить вот с Митом. И здесь обязательно мы сейчас набьем сундучки. Вот. Смита я выбрал не просто так, ибо именно им проще всего убивать последнего босса в этом уровне. Так, вот тут нас поджидают такие вот розовые солдаты. Мощные ребята в противогазах.
Так, вот, тут вот сундучки сыпятся прям как из рога изобилия. Так, по-моему, немножко... Так. Так, всего один мне нужен ящик, саквояжик. Так, но вот, мы подошли к тому, что сейчас уже вот здесь будет босс. Вместо того, чтобы покорно идти к боссу, мы просто возвращаемся. А, вот все, я набрал. Я набрал, да. Так, на самом деле тут можно прямо тут устроить коллекционирование, собирательство этих ящичков. Причем подбить очко. Кстати, погодите. Что если... Я вот не помню, тут вообще жизни возобновляются. Так, есть смысл Брунсу дать распрыжку. Чтобы следующий уровень начать во всеоружии. Вот, вот таким нехитрым способом тут можно довольно быстро набивать себе раскачку. Так, вот это будет четвертый патрон. Ну, давайте сперва... Так. Так, Брунсу сейчас важна распрыжка для следующего уровня. Он будет у нас боевиком, силовиком. Все, а мы возвращаемся к Смиту. И сейчас будем бить босса. Бить босса будем самым тупым для Смита, но железобетонным надежным способом. Это самонаводящимися ракетами из-за угла. Читерский, опять же, способ, но совершенно в этой игре легален. Так, вот наш второй босс. Так, вот так. При этом, сразу скажу, бить его придется долго. Вот таким способом ракеты летят из-за угла крайне... Вообще, я попытаюсь ускорить вот таким вот способом. Вообще, можно не рисковать. Главное, что три ракеты за раз он выпускает, это немножко ускоряет, значит, темп убийства, но все равно это очень долго по сравнению с прямыми выстрелами в упор. Ну, босс, на самом деле... Такой, опять же, не то, что он прям там какой-то сложный, какой-то там невероятный. Его можно убить и пистолетиком, естественно, но потерять жизни при этом довольно можно, если не понимать. Он по сути, своим большим количеством жизней вынуждает постоянно действовать быстрее, чтобы побыстрее его замочить. Раздражающе действует, и вот эти попытки его побыстрее замочить, там, срезав на повороте, и приводят к смерти. Временной. Поэтому я сейчас абсолютно буду избегать этих соблазнов и буду мочить его из-под тишка. Так. Что еще можно сказать об игре? Все равно вот она по меркам Дэнди, она, конечно, чрезмерно легкая. Ее я даже не помню еще игр, вот игр такого класса, чтобы они были платформерами, боевиками, еще чего-то. Вот все, победили.
Так, опять начинает следующий уровень, что бла-бла-бла, в общем, босса куда-то там перевезли. А, что-то там, что-то мужик разрушил нам такой большой корабль, ну-ка давай-ка. А, мы, у нас его семья, у нас его семья. Если хочешь помочь им, иди в здание матери. Так, и вот здесь я сохраняюсь, опять же, в следующий раз я могу начать с этого уровня. Так, ага. Так, это у нас здание стройка. Ага, да. Так. Тут у нас вот этот лифт является одной из первых таких неожиданностей, скажем так. Желательно попасть на верхнюю платформу. Так, вот, да, желательно попасть на верхнюю платформу. Для этого надо вовремя прыгнуть. Так, вот, есть контакт. Так, помнит, помнит руки. Так, причем, похоже... Так, погодите, давайте-ка переключимся на Бурнса. Так, похоже, да, похоже, вот этот... Блин, я не помню, где тут мина. Тут мина где-то должна лежать. То ли с этого края, то ли с этого края. А, все, с того края. Отлично. Так, есть контакт. Так, вот это место... Вот это место в детстве, конечно, давало жару. По той простой причине, что тут было совершенно непонятно, что вообще делать. Но на самом деле тут все просто. Вот. Значит, с бессмертием в прыжке я легко нейтрализовал эту троицу, хотя она представляла большой геморрой для первых попыток тут что-то либо сделать. И вот здесь мы обрушиваем ящик, который нас на, значит, этом импровизированном таком закидывает наверх. Так. Так. Вот. Но мы только приближаемся к очень опасному месту. Фу, блин. Сам чуть не облажался. Так. Опять же, большую проблему это место представляло в детстве, но совершенно не чувствуется опасным вот сейчас. Да и просто, когда уже набил опыт в этой игре. Крюк, да. Так, и вот это место, которое является поистине самым бесячим, наверное, местом во всей игре. Это место, где у нас сверху падает платформа, по которой надо успеть пропрыгнуть. Так. Вот. Мы полностью скачали Бурнса. Он теперь у нас будет являться силовым ядром. Но у него всего одна жизнь. Поэтому силовым ядром он будет являться потом. А сейчас мы перепрыгнем кем-нибудь, чьей жизни совсем не жалко. Это, конечно же, Бинс. Бинс. Человек-инвалид в этой игре. Его гениальное оружие – это бомбы. Причем бомбы самого отвратного, так сказать, свойства. Так, запрыгнуть... Так, отсюда я запрыгнуть не смогу по той причине. Вот в детстве мы всегда разрушали вот эти два ящика и прыгали, что называется, вот отсюда. Но вот вчера, когда я смотрел прохождение текстур 3D у нас, я вдруг внезапно понял, а что если не разрушать оба ящика, а разрушить только первый из них? Просто вот разрушить только первый. Блин, столько же мучений доставлял этот ящик. Вернее, эта платформа. Оказалось, что она намного проще, чем кажется.
Так, но она, к сожалению, существует два раза. Она существует еще вот здесь. Так, вот тут уже надо... Уже никаких ящиков нет, поэтому прям надо... Тихо. Так, ну я поймал правильную волну. Блин, прыжок что-то не надавился. Вот это место заставляет, так сказать, нервишки. Шалить нервишки, так. Опа, опа, вот. Вот это на самом деле одно из труднейших мест во всей игре. Бинс свою работу у нас выполнил. Так, раскачать Айрона. Будем ли мы... Ну давай, попробуем сейчас раскачать Айрона. Смит. Хотя нет, давайте Смита. Он все-таки у него там еще есть пара апгрейдов, которые надо сделать. Так, собственно, это бессмертие в прыжке. Один апгрейд. Так, вот тоже такое место, которое тоже потом нигде не будет стрелять. Ну, вернее, нет, еще встретится в следующей стадии. А-а-а-а. Тихо. Так, стоп, вот здесь нам нужен кто-то типа Бурнса. Да, блин. Так, хорошо. Есть. Так, тихо. Блин, сундучки теряются. Смотрите, я вот это вот уже забыл. Сундучки эти теряются, когда мы переходим от человека к человеку. Таким образом, сейчас вот это то, что я делал, это все было зря. Они потерялись. Так, еще последний надо набрать. Так, накопительство в этой игре не грех. Блин, можно даже подумать, что... Можно даже подумать, что игра запомнила, что я тут все вышиб. Вообще, это как бы не ее метод. Блин, ну вот эти меня вымораживают. Ну ладно. Вот. Все, мы раскачали Смита. Так, раскачав Смита, давай-ка возьмем Айрона. Так, Айрон, как бы, у него какие особенности? Не самое, как бы, мощное, но, вернее, вроде бы как у него одно из лучших оружий в игре, и из-за этого он практически инвалиден по дальности прыжка. Так, но подождите, у нас новое место. Здесь нужно за определенное время разрушить вот эти ящики как можно быстрее, чтобы разрушить вон ту инсталляцию, которая прекратит. Дело в том, что вот на нас сверху как бы опускался потолок. Вернее, на самом деле это мы снизу поднимались вверх. Так, ну все.
Так, теперь вопрос, кем же будем проходить? Я думаю, будем проходить Смитом. Нет. Да, Смитом, боссом. Сейчас будет босс-самолет. В этой игре босс не самолет, а вертолет. Так, вообще нет бонусом. По той простой причине, что он стреляет. Так, сперва-наперво. Сперва-наперво надо разрушить вот тот пулемет. Весьма назойливый. Единственное, всегда вызывало недоумение, что вот если прислушаться к звукам, то корпус самолета тоже ловит удары со специфическим звуком, а значит, как бы мы наносим ему повреждения. Но на самом деле это не так. Тут не так и все. Можно бесконечно стрелять по корпусу самолета, это не нанесет ему никаких повреждений. Почему там такие звуки, бог его знает, чем думали программисты, гейм-дизайнеры, как сейчас у нас говорят. Я сомневаюсь, что в то время были гейм-дизайнеры, это все было так. На уровне, как директор сказал, так и было. Так и сделаем. Вот такой боссик. Как видите, я вошел в струю и два уровня прошел без потери. Да, потому что это несложная на самом деле игра. А вот победив босса самолета, за нами прилетает босс-вертолет. Ну, наш босс. Так, я имею право, опять же, по правилам забега сохраниться в начале следующего уровня. Так, что там нам втирает? Пропустить эти заставки нельзя. Входи, пожалуйста, входи. Это голубая группа. О, голубая группа. Ну что ж, Брунс, это я. Так, ты выжил. Поздравляем. Но помни, твоя судьба будет разыграна в этом городе. Так что ли? Ха-ха-ха, я знаю. Где ты? А, где ты? У тебя будет та же судьба, что и людей, которые спят в этом городе. Так, сохраняемся. Вот, это тоже довольно забавный уровень. Так, я возьму на подконцовку теперь все-таки Айрона. Будем раскачивать Айрона. Так, пистолетик, это тоже никуда не годится. Так, тут опять же, этот уровень не является каким-то мощно сложным. Весь его рецепт в том, чтобы быстренько уходить от опасности, так сказать. Быстро стрелять во всех, кто появится, быстрее, чем они стреляют в тебя. Все. Это правило верно для многих уровней, но для этого как никогда. Сложностей, опять же, каких-то там неимоверных нет. Так, вот. Чуть-чуть. Вот я поэтому говорю, первым выстрелить, прежде чем выстрелить в себя. Так, у Айрона два оружия. Первый — это огнемет, который, в принципе, неплохая вещь, но малой дальности. А вот... как бы неуправляемая ракетница у него есть, которая нам нужна вот на таких местах. За счет своей неограниченной дальности. Вот опять же, второе обличие, вернее, второй факт того, что в этой игре можно наплевать на прохождение уровня, посещение части, значит, причем весомых частей уровня, является то, что вот в этих самолетах можно
обойти как спереди, так и сзади. И... никто не принуждает и не заставляет проходить как весь самолет от и до. Так, вот такие у нас самолетики. Но в этих уровнях есть одна... один такой раздражающий момент, что нам как бы линию зрения постоянно сносит неким вот этим ветром, как бы, который, ну, в принципе, так, берем третий снаряд у Айрона. Вот, я могу пройти в конец самолета, в хвост, а могу просто пойти дальше. То есть этот ветер на крыльях самолета что-то действительно значит. Он тут как бы присутствует, это видно. Но почему он был внутри самолета, это, конечно, могут ответить только программисты. Подозреваю, что просто для упрощения хода игры. Так, но этот уровень, в этом уровне тоже есть места, скажем так, сложные. Или, скажем так, те, где уже все зависит люто от сложности. Кстати, вот бессмертие в прыжке, все время забываю сказать, что в уровнях сверху прыжка к самого нет, и бессмертие в прыжке просто не работает. Вообще, на мой взгляд, это немножко нечестно. Исходя из того, как это бессмертие работает. Так, вот здесь начинаются вот эти. Вот в детстве они представляли собой гигантскую проблему, такую же, как, короче, являлись одной из самых больших проблем вот этого уровня. Это переходы с крыла на крыло. Так, вот, я раскачал полностью Айрона. Так, и вот тут интересный момент, что Бинса, в принципе, раскачивать нет смысла. Потому что его оружие настолько хреновое, что вот единственное, что ему можно сделать, это вот три пули и полет в прыжке. То есть, ну, как бы раскачивать его смысл есть, но не как всех остальных. А как вот Бинса, блин. Так, ну из-за своих вот этих вот слабостей он, конечно, раздражает. Ай-яй-яшечки. Так, вот здесь, блин, тут нехорошо тут двинуться. Вот видите, что происходит. Так, вот я бы на моем месте просто пробежал бы вперед. То есть набивать сундучки тут просто не буду. Так, тут у нас вот эти вот очень подлые тоже. Есть. На самом деле вот эти моменты тоже такие нервные. Так, вот, третья пуля обязательно. Хитбоксы у монстриков, слава богу, такие широкие. Так, вот здесь, по-моему, опять где-то могут появиться эти.
Так, нет, здесь сейчас пойдет еще один. Еще один каскад переходов с крыло на крыло, причем вот таких маленьких самолетиков. О, вот это мне повезло. Так, тут можно даже кабину расстрелять. А, тут еще летят ракеты, блин. Это засада. Это засада. Так, по-моему, сейчас еще будет третий такой маленький самолетик. Фу, вот это меня, вот это я прям среагировал. А вот и облажался. Так, это Бинс. Бинсу не повезло. Ну. Будем жертвовать Бинсом ради наших великих целей. Так. Так, все, это последнее крыло, на которое нам предстоит последний самолет. Так, у Бинса одна жизнь. Ну ладно. Пожалуй. Так, пожалуй, этот уровень я попытаюсь завершить. Айроном. Так, ладно. Так, Бинса просто вот не жалко. Так. Все, вот опять же, можно не ходить в начало самолета, можно просто идти сразу к боссу. Так. Так, ну вообще, ладно, я переключусь, когда босс появится. Так, босс... такой не из самых простых. Так, его надо вот так вот перед... Ну, надо периодически вот так вот просто. Так, что ты уже не сдался? Так, значит, могу уже начинать с пятого. Ну, пятый сейчас тоже сдался, потому что пятый, он... На самом деле, имея уже троих раскачанных, можно просто идти и выносить его. Так, итак, что там опять вещают злодеи? Так, это лучшее место для того, чтобы расслабиться.
Но как ты можешь получить так... Но как ты получил такой сильный меч, как Полтодий? Эй, привет, ребята! Поздравляю! И поздравляю, что вы безопасно вернулись. Вернулись целыми. Короче, следующий оппонент будет мной. Лидер этой... этого плана. Ждите меня. Так, вот, у нас, значит... И у нас последний уровень, пятый. Значит, он уже весь сбоку. Тут все появляется так, как эпический боевик. Так, может быть мне все-таки Смита раск... Да, короче, нет, все, просто иду до конца и все. Вот этот наш главгад, который, собственно, которого мы преследуем, он периодически появляется, чтобы вставить нам люлей, но сам при этом не уязвим. А, так, вот тут этот уровень тоже обладает тем забавным свойством. Так, ладно, я понял. Нефиг полагаться на пули, когда есть самоводящиеся ракеты. Так, этому кранты. Вот этот уровень один из ярких уровней, где вообще не обязательно... Где не обязательно пройти добрую половину уровня. Вот она находится там снизу и справа. Я туда не буду прям даже сейчас соваться. Почему? Да потому что сейчас задание... цель нашего забега — пройти уровень. Там действительно огромный кусок уровня, который просто можно не посещать. И где можно набить большое количество вот этих призов. А мы просто выходим буквально в самое начало. На самом деле, я примерно понимаю, почему создатели игры так делали. Дело в том, что там очень легко было упасть. Там были разрушаемые лестницы. Из этих разрушаемых лестниц очень легко было упасть вниз. И как мы попадали как раз вниз, там канализация. Канализация, и в этой канализации... Я просто продемонстрирую сейчас вот на этой лестнице. Вот есть тоже лестница, можно по ней забираться. Но вот тут в конце будут ребята. И вот если эти ребята успеют вот кинуть гранату... Ух ты. То лестница разрушится, и мы можем просто упасть вниз под лестницу. И тогда придется выбираться окольным путем, вот мимо бойлерной. Ну, отлично. Выбрались мимо бойлерной. И вот этот кусок можно было и не посещать, если бы мы не упали на лестнице. Вот. И там есть еще гораздо более большой кусок уровней. Ну, посмотрите, какое солнце, какое небо чистое. Ослепительно синее небо. Так, а вот тут у нас... Смотрите, не каждый из героев может перепрыгнуть это расстояние. Опять же. Просто так. Вот Бурнсу тут проще всего. Блин. Не, остановись, хоть переключайся на Бурнса. Так, ну-ка, может это снизу? Нет, точно не снизу. Ну, вот действительно, Айрон, он... Самый тугодум в прыжке, короче, пофигу. Давайте перепрыгнем Бурнсом. Вот просто демонстрация того, что действительно разные герои тут имеют разную сноровку. Так, итого я потерял две жизни за игру, да? Все-таки да, похоже, вот такой фактик, который я уже забыл, что в этой игре просто нет континии, нет, невозможно заработать новую жизнь. Но бессмертие в прыжке вот сейчас в данном случае сделает все их попытки жалкими. На самом деле можно попасть в определенную ловушку, если он прыгнет на тебя, и ты окажешься прям под ним. Но для этого достаточно просто не толпиться на одном месте, а от него потихонечку отходить.
откуда такая эпичная музыка играет. Не, все-таки как бы есть контрафорс, она... Она действительно, она подреал, то есть нет, это не фантастический боевик, а просто боевик. Это вот, он действительно вызывает самые прямые ассоциации с Шварценеггером, со Сталлоне, даже больше, чем игры оригинальной серии, потому что там все-таки какие-то чужие были. Напоминаю, что Шварценеггер, он все-таки с хищниками боролся, а не с чужими. Поэтому там даже это было не совсем в тему. Вот. Ну, я думаю, вы видите, что игра все-таки простая. Вот суперпрыжок делается. Ну, на самом деле, без суперпрыжка можно его пройти, но тогда действительно придется попотеть, тогда прямо... Вертолет, кстати, тоже... Вертолет тоже издает звуки попадания, когда мы по нему попадаем, но он бессмертен. Это такая тоже... Вот. Такая засада тоже от... программистов игры. Вот все. Все, мы победили, прошли игру. Так что я еще раз говорю, игра по меркам Динди очень простая, легкая и красочная и разнообразная. И вот. Итак, эта ситуация закончилась несколькими вещами. Несколькими вещами, которые остались нераскрытыми. Глава организации Fox все еще пропал. Бернс чувствует, что за этим стоит какая-то подозрительная фигура, лицо точнее. Но нет никаких сомнений, что он снова кинется в бой, что можно назвать его судьбой. Но, как мы знаем, это не сбылось. Как раз Контрафорс не получил никаких продолжений. Эта часть линейки, мало того, что ушла в забвение, перестала быть каноном. Так еще и, в принципе, она ни по духу, ни по сути им никогда и не была. В отличие даже вот от первых трехмерных игр. Ну, хотя тоже там они были абсолютно... Так, ну все, вот. Всем, в общем, остается мне пожелать всем приятного дня там и так далее. И на этом я с вами прощаюсь.